В этом году, по словам главы Дагестана, республика приняла около 1,5 миллиона туристов. В числе наиболее посещаемых городов стал Каспийск. На сегодняшний день он стремительно развивает туристическую инфраструктуру, строит гостиничные комплексы, рестораны и расширяет парковую зону. Большинство опрошенных нашей съемочной команды положительно относятся к резкому наплыву туристов и динамике развития города. Вам нравится, что Каспийск сейчас активно развивается в туристической отрасли? Да. Почему? Ну, больше людей стало. А как-то многолюдно, чисто стало, уютно. А больше всего развивается то, что можно там съездить. Ресторанов много открываются. Туристы приезжают, во-первых, у нас Каспийск лучше стал немножко. Хоть что-то делает наша голова администрации тоже, я довольна. В общем, да, я тоже того мнения, что действительно туризм – это хорошее дело. К нам прибывают, наши ездят. Особенно нравится то, что сейчас, что обновили нашу набережную. И прекрасно все устроено. Люди довольны, мы тоже, старые жильцы, которые тут живем, тоже довольны, как-то общение стало с другими. Да, мне нравится, очень приятно видеть разных людей, и красивых, молодых таких. Город растет, город оживляется для наших молодых. Все хорошо, прекрасно, мне все нравится. Многих радует туристический сезон, однако местным в этот период приходится сталкиваться с повышением цен на продукты питания, а также съем квартиры. Помимо этого, горожане утверждают, что были случаи, когда в разгар лета арендодатели попросту выселяли съемщиков. Я столкнулась с тем, что произошло повышение цен на недвижимость, на квартиры. Вот мы лично с этим столкнулись и столкнулись с тем, что у нас люди, точнее, получается, арендодатели, у которых мы снимали раньше квартиру, попросили съехать. Элементарно ребенка отправишь там что-то купить, он что-то хочет, и там цена совсем другая. Даже вода там в магазинах 15-20 стоит, а в каких-то ларьках 40-50. Как турист приезжает, цены поднимаются на все. Также за короткое время в Каспийске начали строиться гостиничные комплексы для размещения туристов. Многие жители города только рады таким постройкам и работам по благоустройству города. Чтобы не сталкиваться с проблемой высокой стоимости на жилье, да, например, на квартиры, которые сейчас, да, стоимость повысилась, многие люди могут выбрать гостиницу, забронировать заранее, да, по низкой стоимости, например, там номер какой-то. Поэтому я только рада. Я вижу, как здесь люди приезжают и восхищаются нашим народом, нашей культурой, нашим менталитетом, несмотря на то, что у нас, да, там, может быть, там разная религия, например, но все равно люди приезжают и познают нашу Россию.